школа социального активизма открыла стену граффити, посвященной правам человека, и нашим первым изображением стал Нельсон Мандела, известный борец за права человека. Саламатсыздар ба, Бишкек шаарынын мэриясы, жана экономика инвестициялар департаменти, Бишкек шаарынын жарандарынан келип түшкөн ар тараптуу идеяларды, проект, жана долбоорлордун баарын колдоп келет. Жана ошолордун арасынан келип түшкөн коомдук уюм Голос Свободадан сунуш Нельсон Манделанын сүрөтү түшүрүү боюнча граффити катары. Биз ошондо колдон келишинче жардам көрсөттүк. Здравствуйте, вы знаете, кто это? Здравствуйте. Изображен на стене. Что-то знакомое, вроде бы, ну там написано Нельсон Мандела, да, я слышал о нем. Ну, вроде бы за свободу боролся раньше. Хорошо. Все, что я могу сказать. А как вы вообще относитесь к такого рода граффити на стенах нашего города? Хорошо отношусь, потому что я считаю, ну, видите, как страшно здесь все. Ага. А это, наоборот, украшает, плюс это граффити со смыслом. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не знаете, кто это изображен на этой стене? Можете присмотреться? Нет, не знаю. А это Нельсон Мандела, он известный правозащитник и бывший президент ЮАР. А как вы считаете, как вам вообще такого рода граффити на стенах нашего города? Нормально. Спасибо вам большое. Нравится. Вам нравится? Ну, по крайней мере, вот еще и сказали, кто он был, конечно, хорошо. Спасибо вам большое. Кто изображен на этой стене? Это, ну, судя по надписи, Нельсон Мандела. Вы знаете, кто такой Нельсон Мандела? Ну, ни много ни мало, это символ борьбы за права человека. Ну, я очень рад, что получилось реализовать такой проект. И очень радует, что он именно на улицах города, что простые люди, дети могут проходить, смотреть. И я считаю, что многие из них впоследствии, может быть, задумаются, а что это, а почему, станут изучать этот вопрос, начнут интересоваться личностью, которая изображена. Поэтому, ну, я думаю, что нужно побольше делать таких проектов, тем более в процессе. Горожане и жители противоположных домов, они просто в восторге и просят продолжения.